Так, приветствую всех зрителей моего канала. Давно не записывала ничего в голос, но здесь уже, в общем, надо прокомментировать, а то сложно понять, наверное, куда мысль пошла. В общем, они очень ловко выкрутились из положения. Все, кто с печатью воли, все, кто с материнской планеты, всех по трое. То есть Нексус взят от Тер, которая реально жила на Олдранте. И таким образом Юрия уже в рамках франшизы абсолютно ничего выдающегося, как этих трое с Линком, так трое всех остальных, кто с материнской планеты. Это я вам гарантирую. То есть Черри должно быть тоже три. Но у нас официально Конгвей разговаривал с нашей Тер про другую Тер. И он имел в виду Тер Нексус, от которой взят сюда. И ее серч идет сюда, в Лиафис, а не сюда. Надеюсь, так понятно будет дальше. То есть три – это нормальный, правильный ответ в большинстве случаев, где год не соответствовал земному году. Соответственно, возраст всех их придется пересчитывать в земные. Получится в два раза больше у всех. Даже просто честно поэтому. Там год 700 с чем-то дней был. Территориально, где планета находилась, пока сказать не могу. Может быть, узнаем. И да, у нее печать воли, как у Канона, как у инкарнации Балора и так далее. То есть это идут времена, пока никакого дерева не было, пока они напрямую от планеты запитывались. И, может быть, мы узнаем что-то еще интересное. Главное, пожалуйста, привыкните, что всех, не только Юрия, сейчас по трое. С Юрией особенно сложно, потому что там они по мифу не одно и то же. Их больше вылезет. Если их сейчас по норме трое, значит, их на самом деле будет или шесть, или девять. Ну ладно. Не суть важно. Остальных нормальных по трое. А теперь ждем анонса.